Доброго здоров'я. Мене звати Юрій Макаров. Це програма «Цивілізація». Ми, як ви, мабуть, вже звикли, кидаємося з теми в тему. Сьогоднішня наша тема – сучасне місто, сучасна архітектура, містобудування. Кращого гостя, ніж я вже запросив, вигадати було важко. Віктор Зотов, добрий вечір. Добрий вечір. Ви не лише, власне, практикуючий архітектор, а ви ще й засновник фестивалю Can Action. Can Action чи Can Actions? Can Actions. От. І оскільки фестиваль, окрім усього іншого, окрім просвітницької роботи, займається, власне, просуванням сучасних ідей сучасного міста, то, до речі, два слова. В чому, власне, от той конкурс, який в рамках фестивалю відбувається? Конкурс називається «Прості ідеї міста». Так. Він відкритий для іноземців і для українців. Він не обмежується сугубо архітектурною професією. І ми розраховували, ну, во-первых, сьогодні фінал. Тобто я знаю точно, що сьогодні має бути прийнято рішення. Но еще не знаю, кто, оно еще не оглашено. Жюри все иностранцы. А, хотя не так. Ну, это, так. Это я сейчас кто из других... наших тут есть? Юрий Макаров, в частности, член жюри, что очень приятно. Так вот, само название. В данном случае, в этом году, «Прости идеи места» – это название всего фестиваля в этом году, самого конкурса, на котором вы упомянули, и даже... Это будет воркшоп международный с 15 по 20 число. Септо майстерня. Про всяк випадок. Так. Где будут трудиться, опять же, иностранцы и наши. Это уже будут архитекторы. И возвращаясь к названию темы «Прости идеи места», ключевое слово «прости», потому что, мне кажется, об этом стоит сейчас разговаривать. За так называемым профессионализмом скрывается такая дистанция с одной стороны, с другой стороны, это часто используется слово профессионализм как спекуляция для того, чтобы не впустить в свое Вы поле. Вы имеете на увазе дистанцию между споживачами? Между профессионалом и обычными людьми, так назовем. Поэтому чем проще, ну, как я вспоминал уже, лондонский генплан понятен любой домохозяйке, а наш генплан, несмотря на то, что вот завтра меня там зовут на совет на очередные смотрины генплана, я знаю о том, что Сергей Целовальник как-то мне лично говорил о том, что ему не все понятно, что там нарисовано. То есть это симптомы. Так, Сергей Целовальник – это главный архитектор Киева. Я весь час занимаюсь такими комментариями. Окей. В такому разі, якщо йдеться про прості ідеї міста, не обов'язково Києва, а будь-якого, очевидь, міста сучасного, в тому числі міста українського, коли я бачу розвиток мого міста, міста Києва, у мене виникає непереборне відчуття, що тут взагалі ніякої ідеї якоїсь, ну, єдиної, яка би керувала цими хаотичними рухами, в принципі, немає. Це моє сприйняття як дилетанта, чи як людину упередженої, знаєте, ну, чи все ж таки це адекватно? Я теж так вважаю. Ага. Опять же, можу ли я вважатися професіоналом? Я архітектор. Тут, кстати, тоже стоит уточнить, что когда приезжают иностранцы, они часто настаивают на том, что, например, кто-то встает и говорит, я урбанист, так. Я не архитектор. Угу. У нас это обычно совмещенная профессия. Так вот... Ну, и, перепрошую, еще с радянских часов у нас, я помню, что у нас все-таки был распродел на место будувания и место будівників и архитектуру. Архітекторів. Так що, в вузах ви маєте в виду? А? В образованні. Так. Да, зараз це теж ділення осталось. Ну, може бути, не важно. Значить, по поводу ідей, ну, є ли вони? Мені кажется, все-таки цих ідей, ну, якщо не є, то їх точно, їх не вистачає і количественно, і, наверное, самое главное, качество не то у цих ідей. Ну,
Скажем, если бы они были просты, мы бы их знали с вами. Мы бы сейчас не напрягались и не вспоминали. Это было бы доступно всем. Мы могли бы обсуждать, хорошие ли они, или плохие, или не очень хорошие. Вот. А сейчас, а что такое идея города? Кто-то может ответить? Вот я как раз про це, ну, приблизно. Количество участников, даже, я прошу прощения, вот на этом конкурсе, вот оно тоже за себя говорит. Мы намеренно снизили цену до, цену, премию. Так. Размер премии снизили, как мне кажется, до минимума, это 10 тысяч гривен. Это, в общем, не так, может быть, мало, но для таких конкурсов с размахом таких премий не бывает. Угу. Вот. Рассчитывая на то, что не это должно мотивировать к участию. Так вот, мне кажется, что участвовало там до 30, по-моему, проектов, насколько я знаю. Это мало на фоне других конкурсов, которые в том числе и готовились нашей командой. То, я думаю, это тоже одна из причин. Народ ловит себя на мысли, совершенно объективно, с моей точки зрения, сталкивается с тем, что что ж такое простые идеи города? Это что такое? Это про що таке проста ідея міста? Ну, ми пам'ятаємо, там, барон Осман у Парижі, у нього була проста ідея міста. Зруйнувати все геть, вибудувати там сітку бульварів, більш-менш однакова поверховість, прокласти ці магістралі на другу половину 19 століття. Це був оптимум. Проста ідея міста, скажімо, у государя-батюшки Петра Первого. От, значить, зробити, як у Голландії. От. І це була справді ідея міста. Що таке ідея міста 21 століття, як воно, ну, артикулюється, насправді є, ну, я не знаю, я не фахівець. Я, ну, позволюся, ми з вами, я теж буду питатися, тобто, тому мене не вчили, я теж ризикую щось не то сказати, але, тим не мені, за цим ми зібралися. Пустіло. Да. Ну, я бы сказал так, что простая идея, она легко определяется, даже вербально. Вот, и вы же определили, да, что было важно для Петра Первого. Ну, сделать как в Голландии. Это легко определяется. Угу. Хорошо это или плохо, мы не обсуждаем. Вот. Как определить Киев, для Киева задачу? Вот, мне кажется, что именно этим надо было руководствоваться. Ну, абстрагироваться максимально от условностей. Вот даже я бы был страшно рад, надеюсь увидеть это в проектах, что это не будет очень архитектурное в привычном смысле слова проекты. Угу. Мы исключили оттуда, ну, по крайней мере, писали в условиях, что не надо подавать проекты домов. Так. Вот. Это о чем-то надо другом говорить. Я думаю, было бы полезно в этом смысле поговорить о, ну, а что же, что дает горожанам счастье, качество проживания. Вот такой, может быть, один из исходных вопросов. Чем оно образуется? И, может быть, одной из важнейших причин или проблем, которые мы сейчас находим, в которых мы находимся сейчас, это вытеснение на поверхность, на оболочку внимания нашего. То есть, например, для архитектора это обычно разговор, ну, если не о стилях и фасадах, то, может быть, о законах формы. Да все равно где-то там в районе формы находится, где-то, и причем оболочки ее. Архитектура, конечно, о форме, но не только. Потому что мои западные коллеги давно проектируют процессы, а не формы. Ну, скажем, если я попадаю на вокзал... Будь ласка, поясните. Если я... Очень простой так. пример. Ну, попадаю на вокзал, меня что интересует? Попасть из точки А в точку Б, там, с минимум проблем. А мне здесь предлагают, типично у нас, например, инкрустацию на полах дорогую из камня. Да, там потрачены деньги, или, может быть, там еще какие-то завиточки. Вообще мне это не нужно. Я стою с чемоданом, у меня впереди тут ступенек, там штук 50 преодолеть надо. И куда мне идти, я плохо ориентируюсь, потому что все занято рекламой. Где эта вообще информация находится, мне неизвестно. Никакого счастья я не испытываю в этот момент. Вот это о процессе. Можно переместиться с вокзала в любой процесс, образовательный, на я кухню, розумію. Куда вам нужно. Тобто архітектура має пропонувати зручні сценарії. Да? Життя, пересування, там, проведення дозвілля, приблизно так. Архітектор – це такий режисер майбутнього середовища міського. Правильно? Ну, це красиво.
Але... Мне кажется, можно было бы метафору... Мне очень близка с точки зрения точности попадания сравнения с организмом города. Это же организм, это все знают, вроде бы, теоретически. Вот с людским организмом. Вот что нужно делать, когда, допустим, как-то не так почувствовал себя. Мы же не только сейчас подходим к зеркалу с макияжем и начинаем себя приукрашивать, чтобы как-то лучше почувствовать. Какие-то другие средства есть. Ну, якби я був би жінкою, я би поміняв зачіску, і, можливо, це б допомогло. От, але, перепрошую, от в такій прагматиці, яку ви пропонуєте, власне, там протікає крізь пальці важлива суть архітектури, як будь-якої мистецької професії, це робити красиво. І причому не в сенсі «зділайте нам красиво». Ну, а як? Ви, як митець, ви маєте естетично вдосконалювати навколишній світ. Хай там як. Це вам, так мовити, ну, згори заповідано. Чудне слово ви произнесли про красоту, про красиво. Мені кажется, тут от куча є проблем, я би на ньому чуть-чуть остановився. Діло в тому, що, опять же, ну, какая у нас в обществе проблема, в том числе и в городах? Это ж неразрывно, да? Опять же, к организму мы будем к этому возвращаться, потому что это естественно. У нас общество потребления. Отсюда вытекают какие-то многие проблемы из этой причины. Все проблемы, как это часто и в истории бывало, вот чем больше проблем в обществе, тем более декорированные архитектурные стили и напыщенные. Угу. Вот барокко, это же всегда возникало в период упадка гуманизма. Угу. Это не я придумал. Угу. И поэтому вот вытеснение в эстетическую плоскость, архитектура же не только про красоту, это про, конечно, про красоту. Тобто... Но вот это акцентирование красивости... Все больше свинцовых мерзостей жизни... то красивіше має бути обгортка. Правильно я розумію? Можна так сказати, наверное. Это же как просто. Ну, вернемся к макіяжному столику, да, к то время, когда мы почувствовалися как-то не так. Совершенно естественно и почти универсальное средство – это диета для организма, какое-то воздержание, минимизация, может быть, активности, средств и уж точно потребления. Раз это про нас, раз это про красоту, а это точно про гармонию. То есть, мне кажется, что надо говорить не про красоту, сейчас особенно. Надо говорить о каком-то, ну, сейчас сказал гармонию, раньше не думал, наверное, это достаточно точное слово. Вырвалось, разумею. Не, мне подобается, гаразд. Вы, вот я неодноразово, спілкуючись с фаховыми архитекторами, знаєте, можливо, ви самі навіть ну, не даєте собі звіту. Фаховий архітектор значною мірою почувається підсвідомо господарем життя. Тобто він може зробити людей щасливими. Не більше, не менше. В такому разі, ну розкажіть, яким чином архітектор чи урбаніст може зробити людей щасливими? Навязавши им, а запропоновавши им свой сценарий. Это, мне кажется, точно с точки зрения диагноза ситуации и профессии в том числе. Ну, счастливыми. Вы знаете, вот совершенно согласен с тем, что амбиции узурпировать пространство городское собой, собственными какими-то особенно творческими, то есть я вот это слово сейчас не очень люблю, оно прекрасно, как многие слова, которые сейчас вот не хочется использовать. Но что значит творческими? Народ часто воспринимает это как не аналитика, не рациональный процесс. А вот пришел вот так желательно, ну не знаю, если даже ты пьяный или в каком-то там под кайфом, тебе не помешает, может даже наоборот. Ты что-то же такое можешь отмочить. Рускуеция, осведомость. А там еще за твоим движением каким-то, за красотой, за этим фасадиком начинается у человека паника, потому что не попадает в свой вагон просто, не может его найти. То есть мне кажется, тут надо быть осторожным. И если я вот часто буду пытаться
давать рецепт, если это можно так назвать, поскольку ответ на вопрос, что делать, с моей точки зрения, является ключевым. Будь в данном случае, ну, что делать? Не навредить, вот самое главное. В этом смысле я бы тоже привел пример, ссылаясь теперь на коллегу московского Евгения Аса. Так. Вот он приводил, я сейчас не помню имен, но не суть важно, пригласили двух известных архитекторов попроектировать какой-то городок в Италии. Они изучили вопрос, изучили задание, и потом через какое-то время пришли и сказали, ничего делать не нужно. Вот это высший пилотаж архитектора, с моей точки зрения, надо делать красиво или нет. Может, вообще ничего не надо делать. Организм, если город организм, а он, конечно, организм, он имеет свойство самовосстановления, как любой организм. И поэтому не надо делать плохо для начала. Ну, я щось на прикладі мого міста Києва не бачу ніяких тенденцій до самовідновлення, самореставрації. Я бачу зовсім інші процеси. Вони не завжди, скажімо, такі, на мою думку, критичні, як їх дехто оцінює. От, ну, є така точка зору, що взагалі от Київ треба законсервувати і принаймні в межах історичного міста нічого нового взагалі будувати не можна. Це такі от крайнощі, які досить поширені. Коли йдуть демонстрації, там, скажімо, проти будівництва на Андріївському узвозі, от, я не переконаний, що всі, хто там брали участь, я і сам брав там участь, я не переконаний, що всі, хто там брали участь, вони, ну, віддають собі звіт, наскільки, чого, власне, вони хочуть. Так от, ну, повертаючись до «Не нашкодь», що, яким чином місто може само відновлюватися, само і за яким, перепрошую, принципом? Ну, нужно ли объявлять мораторий на застройку в центре города? Это, в общем, не пустой вопрос, с моей точки зрения. Может, не так широким движением, вот вообще все на все запретить. Во-первых, это не будет возможно в таком случае. А выбрать те места, на которых бы стоило это сделать, наверное, с моей точки зрения, наверное, это хорошая идея. Может быть, это ландшафтные территории, может быть, застроенные. Ну, по крайней мере, я бы сразу предложил запретить надстройку домов. Это для цивилизованной практики, это тоже как бы, ну, сомнительное предложение, да, потому что оно ограничивает, можно же хорошо надстроить. Но учитывая то, что хорошо надстроить как-то никто не наблюдает, давайте хотя бы от этого откажемся. Не навредите. А что касается поверховости? Ну, вопрос тоже, ну, как-то вот я бы хотел сместить немножко, может, это привычно, это все знают, но по верховости, да. Кто вам сказал, что это все знают? О том, что высокий дом – это плохо. Вы себе в своем коле варитесь, и вы абсолютно… Я перепрошую. Ну, вот, дивіться, дуже показовий приклад. Наша Київська опера. Театр, він, в принципі, не такий вже великий, але коли його ставили, він виглядав досить монументально. Років 30-40 тому напроти нього втулили цю панельну 9 чи 12 поверхівку, і театрик став зовсім, ну, значно меншим оптично, психологічно, коли ти до нього підходиш і опиняєшся на цій площі. Але коли ти піднімаєшся вулицею Богдана Хмельницького до опери, а ліворуч поставили такий монументальний бізнес-центр «Леонардо», і там ще там чимало поверхів, а там ще всередині такий підйомчик. От. І ця нещасна, бідолашна опера, вона щось таке, ну, тобто, затиснули, задавили. Все. Не те, що ансамблю немає. Ну, просто можна сказати, що, ну, це, можливо, я не знаю, а можливо, я вже такий консервативний, можливо, воно і має бути, можливо, треба так, щоб цей театр виглядав як іграшка з далекого минулого на тлі сучасного життя Шубуяя. Я би змістив акцент, навіть в вашому примірі, з, ну, давайте так, во-первых, о розмірах.
Ну, наверное, это один из важнейших параметров здания, его характеристик, которые как-то могут хорошо или плохо повлиять на ситуацию. Конечно, да. Но есть такое зло, я бы его назвал, очень специфическое для Украины. Вот всего есть российская практика, может быть, я не люблю на Россию ссылаться, поскольку мы оттуда опыт не черпаем. Но если я говорю про нас как бюро. Да, и взагалі, я не знаю, что там зараз деется. Сейчас не буду уходить, у меня тут как бы... В общем, тем не менее, вот даже в этом случае мы впереди, в негативе. В каком именно смысле? В псевдоисторическом цитировании. Вот воспроизведение старых форм. Этого никто не делает. Можно ссылаться на официальное собрание или хартия, скажем, по-моему, венецианская, еще там в 60-х годах, если не ошибаюсь, запретила использовать вот такие, переиспользовать, выдавать что-то за что-то, быть нечестным, я бы это так назвал, переходя, вот, может быть, надеюсь, к теме сьогоднішній встречі. Так, тут я вас маю перервати, бо у нас рекламна пауза. Я нагадую, що реклами у нас на каналі, слава Богу, не так багато, тому за буквально 2-3 хвилини ми повернемося в ефір каналу ТВАЙ. Ми повертаємося в ефір каналу ТВАЙ. Нагадую, що це «Цивілізація». Мій гість – архітектор Віктор Зотов. Ми спілкуємося з приводу простих ідей міста чи сучасного міста, а зупинилися на тому, що Венеційською хартією, прийнятою там архітектурною спільнотою, вважається моветоном копіювання макети старих будівель і старої архітектури. Це означає, що наше урочище Гончари, Кожем'яки – це пряме порушення архітектурного закону? Ну, к сожалению, не нашего. Да? Мы не относимся к нему как к нашему закону. Хотя это было документ международного значения, но как-то не очень уважаем. Ну, я бы расширил количество примеров. Мне очень трудно назвать исключение из этого правила. Все новые здания, которые вы можете сегодня увидеть, особенно в центральной части, и не в центральной, кстати, что более странно, да, они заимствуют какие-то черты, ну, если не соседа непосредственного, то какого-то там другого здания, но это все равно желательно там какого-нибудь барочного или рококошного периода. Почему так декорировано? Мы уже про это поговорили. Ну, вот это псевдо, и... А тебе что, чтобы красиво было? Это сразу арочки колонны, это два вагона пенопласта. Вот украсил, ну, вот это people have it. Давайте вот, оно хорошо продается. Я могу вам из личной практики, ну, когда мы выполняем, допустим, коммерческие вполне какие-то, ну, жилье, предположим. Это основное, по крайней мере, докризисное время. Этого было много. И со многими известными людьми, у которых есть деньги, приходилось общаться. И ты говоришь, ну хорошо, если ориентироваться сугубо на потребительский спрос. Но не всем же это надо, потому что можно же увидеть людей, которые стоят и смотрят на то, что вот вы сейчас в таком... Вот это уже мейнстрим по-украински, по-киевски в частности. Декорированный. С капителями. Да, вы его воспроизводите. Это же очень плохой вкус. Есть же часть людей, которые хотят что-то другое. Мы с вами выполняем какой-то домик, который в объеме общего строительства совсем немного весит. Давайте поэкспериментируем. Ответ обычно, независимо от того, кто этот субъект, который инвестирует деньги в проект, он говорит, вот у меня там есть участок Конча-Заспи, там гектар, мы с тобой поедем и будем серьезно обсуждать, что такое красиво, что такое хорошо. А тут вот, даже могу пример вот такой привести, не называя имени, он говорит, я живу на Крещатике сейчас, в новом доме, в 6 метрах от меня окно, там, значит, человек, которого я знаю, он в трусах стоит, или я в трусах, он меня видит, я нюхаю борщ со всех нижних там 6 этажей, слышу стройки со всех верхних там 12, например. Я говорю, ну так, давай же сделаем меньше, но лучше.
Ответ приблизительно такой, что так вот, вот это по десятке продается за метр, да, и people это хочет. Угу. Ну, я не знаю, ну, может, я бы вернул... может, people хавает, думаю, что ему ничего иншего не пропонует? Скорее всего, я тоже так думаю. То есть, так. Вот разрешить себе эксперимент, вот это немногие могут. Тут, если так зацепить опять за наш проблемный социум, я думаю, это про страх опять. Угу. В данном случае страх нового и эксперимента, хоть какого-то. Если человек потеряет, ну, при своих, допустим, 200% прибыли, потеряет 3%, он на это не хочет идти. Угу. А мои коллеги, с которыми мне случалось работать, например, компания BIG из Копенгагена, Big Group, которая сейчас точно в десятку мировую попадает, угу. Вот... нам показывают объект, в котором жилье полностью со стеклянными стенами. У них там есть шторки, но никто ими не пользуется. И это такой был... А, и дома вот рядом. Угу. Он же строит в одном объекте, да. Стены вот так расположены. Ну, там, извиваясь, но неважно. Угу. Это вот так. То есть все всех видят. Оказалось, что это превзошло в коммерческом смысле ожидания инвестора в два раза. Там, оно продалось. Людям это нужно. Они экспериментируют, ему заказал после этого еще несколько лет. Вы хочете сказать, что они ну, в порядку такого творчого пошуку вирішили займатися, вирішили нав'язати, як режисери, своїм споживачам ексгібіціонізм. От. Я перепрошую, а як вони там вирішують якісь там побутові санітарні проблеми, а як вони коханням займаються, теж не зачиняють штор? Ну, уверен, что, во-первых, всем занимаются, и я думаю, просто это не есть проблема. Может быть, меньше комплексов. Мне кажется, что вопрос, может быть, даже не в эксперименте, а вопрос в том, что вот этот страх, который нам совок развил активно, вот он страх же со всех сторон, и с точки зрения тех, кто строит, и тех, для кого строит, и тех, кто способен это оценить хорошо, это или должен оценить хорошо это или плохо. Все очень боятся экспериментов. Ну, для примера, не выходя из профессии, например, у нас все еще, вот и мне радостно наблюдать, что эта практика уходит, все еще советы. Угу. Это же все те же советы, да, и в широком, и в каком-то более узком смысле. Это такое уход от ответственности архитектурный, местобудивный. Ну, в том числе. Там тут тоже, кстати, не один совет есть вокруг всего этого процесса. Очень много людей, вовлеченных в принятие решения. Это плохо. Это не нужно делать, не нужно страховать. Привожу пример. Мы провели, ну как, участвовали в разработке двух конкурсов за последние годы. Это Перлина, это острова Киевские, и Крайка, так называемая, The Edge, был такой конкурс. Два международных конкурса. Естественно, претензий к ним можно предъявлять большое количество, но здесь есть несколько целей. Во-первых, введение конкурсной практики, чего очень не хватает, ну, в Киеве в частности. Ну и, во-вторых, улучшение качества решения. Так вот, цель какая в данном случае в этих конкурсах, которые могут быть показательными и использованы как модель для вообще принятия решений в архитектуре, в частности, это выявить лучшее решение и дать победителю возможность разрабатывать этот конкурс, заранее не зная, какое будет качество этого результата. Вот эта способность делегировать свои права. Знаете, как любой заказчик платит тебе деньги за то, чтобы отказать себе в удовольствии принимать решения. Вот, вот этому научиться бы. Мне кажется, что это спасло бы ситуацию. Вы вважаєте, що це врятує ситуацію? Я вам можу навести протилежний приклад. Один з провідних українських архітекторів в порядку експерименту в тилу готелю «Дніпро» мріяв побудувати ось такий хмарочос на 100 поверхів. Всі знають, про кого і про що йдеться. Зараз нам ще і картинку покажуть. Я перепрошую, ми це можемо назвати експериментом? Ну, ми о конкурсах говоримо. Там теж був конкурс. Ви про Хрещатик 5 говорите. Так. Там був конкурс, але я навіть пам'ятаю, я, коли побачив цю програму,
Это конкурс был открытый. У нас все конкурсы открытые. Это такое заигрывание с демократией. Ложно, псевдо, опять же. Это популизм. Так вот, я позвонил организаторам и там попытался вносить предложение. Все это было отвергнуто. И мне дали понять, что решение уже, в общем, и так известно. Да. Это типично для нашей практики. Поэтому введение вот такой, знаете, непредвзятых, настоящих конкурсов, в котором вот этой псевдо, вообще всего псевдо мало, есть реальное жюри авторитетное, и, что самое главное, есть вероятность того, что этот конкурс будет иметь продолжение, которое декларируется программой конкурса. Гаразд. Все ж таки, повертаючись до цієї режисури великого міста, те, що ми сьогодні маємо, це точечна так звана забудова, коли руйнується будиночок. Мені все одно його шкода, але я не знаю, чи можна його врятувати, там другої половини 19 століття. От, туди втуляється свічка, і все це відбувається здебільшого в центрі. На околицях, на масивах, типу там Троєщини чи Виноградаря, нічого такого не діється. Ця забудова, вона фактично деградує, вона обростає так званими малими архітектурними формами. От, і люди вранці злі у 8-й їдуть на роботу в центр міста цілуватися з цими свічками. Після 6-ї вечора вони так само злі в транспорті пруться через півміста до себе на Троєщину знову цілуватися зі своїми цими панельними багатоповерхівками. Все місто, практика міста, ну принаймні в робочі дні, цим вичерпується. Що можна запропонувати, ну от свіжа якась ідея, яким чином це порочне коло можна розірвати? Якщо воно порочне коло, а може так воно і має бути? Я думаю, что здесь не столько свежая идея, она может быть для нас свежая. Я вообще предложил бы, даже понастаивал бы, ничего не изобретать, потому что все придумано уже до нас. Возвращаясь к вашему вопросу, что надо делать, какие ценности городского пространства? Вот как я бы добавил сейчас картинку вашу, чуть дорисовал бы. Значит, человек, вот он выходит откуда-то с работы, потом он набрал воздуху, и вот эти вот все, чего вы там повспоминали, киоскизация всей страны, вот эти сами мафы, и потом он выдыхает, только когда он за собой дверь квартиры закрыл. Вот всего две точки есть. Поэтому можно сказать, что ценность городского пространства, городского благоустройства, вообще города, это многообразие ситуаций, которые город может тебе предложить, и дифференцированный какой-то набор этих ситуаций. Это может быть лестничная площадка, это может быть место при выходе из подъезда, потом какой-то маленький дворик, большой двор, маленький садик, большой сад. Здесь улочка, улица, самая большая улица. То есть это начиная от размеров, состояний, каких-то других, очень многих характеристик, образующих то или иное пространство. Вот этого всего многообразия его нет. Есть огромный двор, если вы о Троещине. Вот он ничей, я должен его просто проскочить, он даже опасный. Похожа очень ситуация там в транспорте и около него. Все наши остановки транспорта, они есть носители общественной жизни, которая выражается только одним представительством. Это те самые киоски, через которые нужно пробираться к цели, там, где нужно просто пройти. Вот. На этом вот многообразие этой жизни исчерпывается. Меня поразило, как-то я во втором году был в Германии и попал в парк в праздник в центре города. И человек от человека в праздник находится на расстоянии нескольких сотен метров. Вот мне кажется, что вполне для них снятое качество среды в дистанции между людьми. Вы можете то же самое наблюдать на любом транспортном терминале, где человек человека имеет мало шансов задеть. Вот, не говоря уже о том, что образуются какие-то очереди. Мы открыли несколько терминалов аэропорта, при этом все равно работает там два окошечка, и все стоят тут длинными очередями. И это не архитектура.
Я не знаю, это архитектура ли, для меня это вопрос. У меня когда-то тоже был свой аэропорт в Мариуполе, аэровокзал, вернее, мы делали реконструкцию. Шикарно це звучить. У меня когда-то был свой аэропорт, мені дуже подобається. Ви робили проект реконструкції аеропорту, так? Это в архітектурний сенс. Так, вот. И, в общем, достаточно успешный был проект. Я за там получил какие-то награды. В общем, он признан. Я, одним из важнейших достоинств его было то, что над главным входом есть навес. Этот навес закрывает две полосы движения, из которых одна для автобусов, вторая для такси и легковых автомобилей. Вы знаете прекрасно, можете предположить, чем это кончилось, потому что терминал F, например, на котором я вот был несколько дней назад, он это демонстрирует, что первая полоса отдана блатным таксистам, потом какая-то следующая там еще пустая, куча людей, которые осуществляют этот, бомбилы вот эти, они там, значит, нападают на тебя со своими предложениями. И потом где-то там, через бордюры, ты находишь либо свой автомобиль, либо нормальное такси, которое может тебя на нормальных условиях увезти. Вот я то же самое нашел, когда через несколько лет приехал в Мариуполь и увидел, что шлагбаум закрыта, та самая полоса, которая обеспечила прием, по крайней мере, комфортный. Вот. И это, опять же, нашим людям. Ну, в общем, дальше все по сценарию, который, в общем, в Киеве тоже виден. Тобто, в такому разі виходить, що архітектор не може перемудрити живе життя, він йому нав'язує свої сценарії, а живе життя йому каже «зась», от, і робить так, як люди звикли, як їм зручно. Ну, не зовсім так. Я хочеться вас перебити, но... Это спекуляция в какой-то степени. Это то же самое, что когда случается услышать такой разговор между архитекторами. А как-то вот это вот у тебя тут не очень получилось. Ну, то заказчик. Ну, в данном случае тоже я такое слышу. Ну, там какой-то вот социум не тот. Я думаю, это спекуляция. Это неправильная точка зрения. Скажем, ну хорошо, я вспомнил этот аэропорт, пусть будет. Я приезжаю на согласование в таможню, в местную. Для них удивительно, как это так, вот закрытыми просто прилавками, такими универсальными, за одним рядом таможенники могут досмотреть багаж. Это не просто, можно было им там доказывать или нужно, а можно с тобой на «ты»? Я говорю, нет. И дальше вот такой вот развивается разговор, после чего все-таки этих перегородок там не стало, и этот проект появился. Но это надо... Этого надо добиваться, процессы все-таки. Я думаю, это амбициозное такое заявление, что, как вы сказали, вот архитектор, организатор процессов. Ну, это да, это правда. Я именно так понимаю задачу. Но нужно воспринимать в более широком смысле задачу не декораторство, не оболочка, не формы, не стили. Давайте сделаем так, чтобы этот человек все-таки нашел свой чемодан или автомобиль, или такси максимально комфортным способом и вот в этом будет его счастье и комфорт пребывания в городе. Чудово. Ми сьогодні вже в місті, яке склалося, і ми нічого не зробимо ані з центром міста. Ну, ми можемо хіба що не зіпсувати. Ми не зробимо нічого з масивами. Ну, ми ж не зруйнуємо Троєщину тільки тому, що вона нас ображає естетично, і будемо шукати місце, де розселити 200 тисяч людей. От, що з цим сьогоднішнім уже містом робити? Ну, якщо Троєщині, то от цей опит індустріалізації, який, мабуть, такою мощною волною прокатився на Западі в 50-х, він в більшості випадків закінчився тим, що ці мікрорайони знесли. Как это не знаю. Мы, конечно, себе такого позволить не можем и будем латать эти дырки. Ну, наверное, это нормально, потому что мы бедное государство. Это нормально, надо учитывать. Я, опять же, услышал в вашем вопросе такое немножко смещение в эстетику. Ну, хорошо, а давайте про центр поговорим. Вот типично архитектор воспринимает задачу, когда речь идет о благоустройстве территории, или, может быть, даже там рядовой киевлянин, вот есть деньги, и нужно благоустроить, например, Крещатик. Что нужно делать? Як? Поставить
там гранитный фонтан, вот, бажано с кольоровою музыкою. Нужно красиво сделать, правильно? Да, да, красиво. Да, да, вот девушка, нужно сделать обже. Красиво. Ну, бажано, вот там вот этой це... красоты угу. уже просто, знаете, настолько дизайну там много у нас в городе, что угу. человеку негде быть, там все в дизайне. Это угу. то, что не занято, знаете, то, что не застроено, оно может быть еще благоустроено. Да угу. что такое мне пришло, как бы, когда ходишь. Я люблю ходить пешком и вот наблюдаю. И не, это, не могу сказать, что я удовольствие получаю часто, потому что вот это профессиональное наблюдение, как делается не так. Угу. В общем, это довольно трудно дается слушать птичек в это время, угу. когда через парки переходишь. Так вот, в парках, кстати, точно то же самое. Там уже нет, очень трудно, не то, что птичек слушать, но тоже ходить сложно. Там ездят машины. Uh-huh. А мусор убирается там с 10 до 12 дня или, например, с 9 утра, когда все идут там. Туалеты uh-huh. закрываются в 8 вечера. Это касается любого городского пространства. Uh-huh. Но вот мне кажется, что не в плоскости красивости это. Uh-huh. Давайте назовем несколько просто мешающих нашей жизни вещей в городском пространстве. Первое и важнейшее – это тотальная коммерциализация, такая бесстыдная. Так. Которая выражена в первую очередь киосками, лотками. Вернее, первое – это киоски, собственно, торговые uh-huh. учреждения, а реклама как их дополнение. Uh-huh. Второе, которое иногда мне закрывает там, больше 50% вида, uh-huh. куда бы то ни было. А второе, или неизвестно, в зависимости от места, может быть, первое – это автомобили. На сегодня только Хрещатик может похвастаться тем, что он почти без автомобиля. Ой, Вікторе, от що стосується подальших пунктів списку, боюся, що ми з вами будемо їх обговорювати наступного разу. Ну, я сподіваюся, що центральний пафос вашої, мовити, промови глядач ухопив, далі буде. От. І я, як вже традиційно в цій програмі, так уже сталося, що я запрошую, ми не договорили, ми не доказали, я вас запрошую наступного разу, ми продовжимо цю розмову з Коми. А мені залишається нагадати, що це був Віктор Зотов, архітектор. Дякую вам, дякую, що були з нами. Побачимося у наступній цивілізації. Дякую.